Страшная сербская ведьма возвращается. Помните, как тут парень от нее убегал в прошлой части, а? Как это печально закончилось для него, помните? Ну так вот, она же никуда не пропала. Пропал парень. Да, мистер Л... Он очевидец всех этих событий. Ставьте лайк за 3 секунды, и тогда никто не попадет в лапы сербской леди. Давайте, 3, 2, 1. Ну же. Ставьте лайк. Она под окном. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на авторов, давайте его поддержим. На колокольчик, чтобы вообще ничего не пропускать. Подписывайтесь на Дэн, подписывайтесь. Посмотрим, сможет ли этот чувак сегодня убежать. Начинается, ребят. Кстати, вот он, автор. Седьмая часть. Вы меня давно просили, чтобы я сделал ее. И вы написали очень много комментариев, и я прислушался. Сейчас будем делать эту седьмую часть. Мы сейчас ее сделаем. Пожалуйста, братан, сделай нам седьмую часть. Мы очень ее ждем. Окей, я сейчас все сделал. Все будет классно, тебе понравится. Ставьте лайк, ребята, не ставьте лайк, подписывайтесь. Ты кто? Ты что, сам слышал, ма? Ты что делаешь? Я тебе чай принесла? Зачем ты снимаешь? Я тут читал комментарий. Я тут снимаю. Ты чё мне мешаешь? Иди отсюда. Я тут снимаю. Очень много комментариев я прочитал, и мы сделали... Короче, весь прикол в том, что он решил снять влог, а к нему пришла сербская леди. Ребята. Эй, открой дверь. Что там, кто там стучится, ё-моё? Кто там бьется? Кто там? Молочко хряпает. Это хорошо. Ребят, вы любите молочко? Мама? Ты где? Никого. 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 Какая-то записка, ну-ка. А, это он. Открывай. Так. Что там написано? Я тебя найду. Сербиан леди? Сербская леди сейчас тебе придет? А, нет, это ему подписчик прислал письмо, типа, сделай седьмую часть. Да сейчас я сделаю седьмую часть. Осталось немного. Отстаньте двое от меня. Вот они, комментарии, все читает, дочитает. Но 100% сербская леди к нему пришла. Ребята, все-таки до него дошла. Но вроде же он помер в прошлый раз, разве нет? Помните, напал на него? Или это были его друзья? Ну, не знаю. Может быть, это какой-нибудь продюсер сторонний. Не тот чувак, который бегал. Нет, звук, конечно, стрёмный от этой двери. Сразу вспоминает вот этот вот Андрей. Опа! Это чё за киборг? Это что за страус? Ходит там на четвереньках. Кто это такой? Ну, он, наверное, заметил. Типа, вот какие-то дети, наверное, играют 100%, но нет. О, это! Это аноним. Анонимус. Слышишь, борода? Да-да-да-да. Что ты там делаешь? Выходи. Я тебя не боюсь. Ты подходи. Ты кто такой? Там. Боится. Нету там никого. Сзади там есть кто? А! Нету. Ребята. О, опять записка какая-то. Опять я к нему что-то прислали. Я тебя найду? Попу надеру? Кто там? Это сербская леди! Вот она, ребята! Вот она! Сербская леди здесь! Все, ему хана! Ему хана, чуваки! Ему хана!
она села за комп. К нему. Представляете? Ваши действия, что вы будете делать, когда сербская леди к вам придет домой и сядет за ваш комп и будет играть во что-то, да? Что вы любите играть? В Майнкрафт, представляете? Она сидит там. Вот она. Эй, тетка. Уходи отсюда! Отсадит меня! Выйди с моего компа! Уходи! Эй! Это она! Все, ему хана! Беги, чувак! Беги, давай! Беги! Ничего себе! Вот это мув! Вот это она дерзкая! Очень стремительно побежала, ребята! Остерегайся, сербская леди. Не тревожьте ее. Ее вообще не надо, видимо, трогать. Не, ну ты, конечно, очень долго. То она кто-то бежала. Ну, нажимай. Неужели не заметила? То она бежала, а в этот раз она медленно идет. Вот как понять, когда ей надо бежать, когда не надо? Давай, беги. Какой беги? Спускайся на лифте, чувак. Все, уматывай как можно скорее. Не возвращайся в этот дом. Вообще неделю, две месяца. Она точно тебя не найдет. Бери велик и газуй. Нет, ну что, нельзя было взять велик? Неужели велика нет? Или чей-то? Не знаю, вернул бы потом. Почему он стоит? Зачем ты... Почему тебе не побежать, а? Алло, со мной бежит сербская леди, что мне делать? Я не знаю, что когда мне делать. У меня нет машины, ничего нет. Я не знаю, как мне такси не вызвать ночью. Как куда бежать? Могу к тебе побежать? Давай, беги, давай. Нет, она здесь, что мне делать? Не понял диалога вообще. Вот она, все, ребята, ну все, это хана. Все, это хана, чуваки, все, это жесть. Он стоял, в носу ковырялся и все. Нет, чтобы побежать и просто от нее избавиться, но нет. Он решил испытать судьбу. Обалдеть. Ты решил просто спрятаться? Да беги ты уже куда-нибудь, почему ты такой медленный? Почему так медленно ты бежишь? Обалдеть, сколько тут скутеров. Ё-моё. Вот оно. Всё. Давай. Спокойно. Газуй назад, чел. Беги! Почему он такой долгий, я не знаю. Почему так долго ты бежишь? Уже бы перепрыгнул за забор и умчался бы куда-нибудь туда. В темноту. В лес. Если тут лес есть, в поле. Да куда угодно. Почему он такой медленный? Да. Мне раньше нельзя было сесть в машину и уехать. Ты чё? Скажите мне. Ну прячься тогда в машине, да заводи ты уже! Что ты там забыл? Что забыл? Что, ключ? Не тот. Что с тобой? Что опять? Что он делает? Он даже машину не завел. Свет хотя бы выключил бы. Я не понял, а зачем он сел в машину и вышел? Что он забыл? Ай, подскользнулся. Зачем он назад идет? Зачем? Скажите мне, зачем? Ты чё, дядь? Дядь, ты чё? Ты чё там вообще, что ли? Что с тобой? Собака стоит лапами, держит стенку. Что с тобой? А! Чё? Я не понимаю, зачем он вернулся назад? Зачем ты вернулся назад, дядь? Зачем? Зачем? Для чего? Тут сербская леди завалила какого-то мужика.
Давай ты беги. Ну что такое, я не пойму. А это его девушка была? Это была его девушка? Мама? Это мама была? Это мама была? Нет. Он маму звал. А стой, подожди, наверное, он, наверное, вернулся назад, чтобы забрать свою маму. А мама, короче, завалила сербская леди. Ну все. Ты сделала, все тебе хана. Сейчас ты своими руками. Я тебе сейчас отомщу. Иди ко мне, все, я тебя сейчас завалю. Давай драться. Давай один раз на раз. Ну, у тебя кулак, у нее нож. Ну и кто победит, как ты думаешь? А, то есть. Ударная с ноги не получилась. Она как камень стоит. Да-да-да. Вообще как камень стоит. О! Ничего себе, она одним шлепком его оглушила моментально. Сербская леди, пожалуйста, ну беги ты уже куда-нибудь. Ну все, братан, все. Ты потерял всех своих друзей, ты всех потерял. И свою маму потерял. Ничего себе, вот это был удар. Просто мочиловка началась. Я тебя отомщу сейчас. Нет, ты меня... Появились откуда-то силы. Почему до этого не смог ее завалить сразу? Удар с третьего такой завалил. Я тебя отомщу. Зачем ты это сделал? Все, не подходи. Не, ну он нож... А почему она убежала? А можно так было, что ли, я не пойму. Он же не здоров. То есть она все время нападает с ножом, а он с ноги ее просто шандарахнул, она убежала. То есть надо было взять на заметку. Ребята, как бороться с сербской леди? Просто надо с ноги рубануть. Ну все, он потерял маму. Это просто боль, чуваки. Это просто боль. Мама, потерял маму. Это просто жесть. Мне было страшно. Ну это был какой-то... А, это уже другой просыпается, посмотрите. На этом не заканчивается. Может быть это он? Нет, наверное, он передохнул у своих друзей. Скорее всего, да? Но у него... Убили маму. Потерял маму. Это, конечно, больно. Это, конечно, грустно. Это, конечно, очень печально. Почему так? Или это другой друг? Алло? Есть кто? Нет, наверное, никого нет. Он остался один. Или это гостиница какая-то? Что тут делает? Не знаю. Сербская леди. Наверное, где-то... А, кто-то, наверное, стучал. Может быть, это уборщица? Да, это, короче, какая-то гостиница. Может быть, он переселился в гостиницу? Сербская леди перестала его преследовать. Да. Потерял всех своих друзей, и свою маму, и сербская леди не угомонилась. Нет! Да, это был просто сон. Чувак. Обалденно. То есть он решил повторить сон. Никого нет. Опять ночь. Да. И опять кто-то стучался. Это был сон наяву. Все правильно, сейчас все произойдет в реальности. Все на месте. Так, фонарик. Что тут у нас Дочь. Еще? Торч. 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 Да-да-да, торчиха это сербская леди, если честно. Я так понял, он ее не увидит сейчас здесь, да? То, что ему приснилось, решил ему проверить, есть ли это на самом деле. Но нет, скорее всего, вряд ли. Сербская леди, давай я здесь, приходи ко мне. Я с торчем. Я с фонариком. Нет, сейчас она будет. 100% здесь. Да, он будет где-то вот так. Она здесь. Посмотрите, она сидит на диване, на кровати. Все, все. Коно? Я здесь? Иди ко мне. Все, братан. Сербская леди. Она здесь. Все, братан. Матовые ноги. Ты что, ее первый раз видишь? Она завалила мать. Она завалила всех твоих друзей.
и ты наверх побежала. Зачем? 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 Есть кто-нибудь здесь? Есть кто-нибудь здесь? Нет, никого здесь нету, нет, помогите, помогите. На ресепшене никого нету, администратора нету, повара нету, все спят, никого здесь нету. Что делать? Что делать? Я остался один. Нет, 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 что мне делать? Нет. Сербская леди, кто-нибудь, помогите мне. Беги же, давай, братан, никто тебе не поможет. Ты остался один. Уезжай уже, уезжай уже. Что делать, непонятно. Давай, газуй. Вот она уже есть. Нет, 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 не трогай, беги, давай. Чувачела, беги, я не знаю, ну что, ну что ты мяплешь, носу ковыряешься, давай ты уже беги. Она за тобой со всех ног начала бежать. А, еще все, исчезла. И ты решил остановиться? Ой, если ты приехал на машине, ну едь ты уже. Она здесь, она снова здесь, ребята. От нее не спрятаться. Она просто неимоверно быстрая. Она просто... ничего не боится. Она найдет тебя из любой дырки, из любого места достанет тебя, даже из того самого. Братан, ну как-нибудь, ну газуй ты уже, ну неужели мы опять тебя потеряем? Ну сколько можно? Ну тут в прошлый раз он убежал, в прошлый раз убежал, а в этот раз убежит ли или нет? Мне кажется, нет. Мне кажется, это его последний. Последняя погоня сербской леди. Не, братан, все, это конец. Ну, я не знаю, ну давай, ну хоть, ну рвани ты куда-нибудь. Ну, я не знаю, ну что тебе делать? Вот, чувак! Чувак, сюда нельзя, сюда нельзя! Посмотри, она сейчас тебя... Стой, нет! Ё-моё, нет! Сербская леди завалила охранника! Все. Он его хотел остановить, он не понял, он охранял, видимо, парк аттракционов или что тут еще вообще? Бассейн. Интересно, она боится вообще воды, сербская леди? Если спрятаться в воде, она тебя достанет или нет? Будет ли она плавать за тобой? Ну, скорее всего, да. Я думаю, она не боится воды абсолютно. Что делать, не знаю. Прячется за горкой. Ну, взял бы велосипед и погнался бы. Но она умеет телепортироваться. Тут, конечно, вопрос. Как от нее избавляться в таком случае, непонятно. Но она с ним все. Ничего себе, она так газанула. Как опази. По зебре хотел сказать. По горке. Спускайся с горки, я не знаю. Ну, братанчик. Ну, куда-нибудь ты, я не знаю. Куда-нибудь. Газани. Все, чувак, тебе хана. Я не знаю, что тебе делать. Наверное, ты попал. Ты попал на ТВ. Тебе хана. Сербская леди тебя догонит. Опа, ничего себе, мув какой была. Она реально боится воды. Она боится воды. Че, правда? То есть можно от нее избавиться в бассейне? Обалдеть, все, он нашел противоядие от сербской леди. Чуваки, теперь мы знаем, если вы на море, на речке, где угодно, на озере или нет. Я думал, от нее можно так избавиться. Хотел сказать, что призываю вас избавляться от сербской леди на море или где-нибудь еще, или на озере, или на речке, или в ванне. Ну, в ванне, не знаю, там закрытое пространство, но я так понял, воды она не боится. Да. Вот так вот. Все, он бежит, он бегает от нее от горки. Ты чувак какой-то? Что ты тут делаешь? Я тебя не видел здесь! Ты там мешаешь работать! Ничего себе! Это кто такая? Она с тобой, что ли? Ты что делаешь? Все, тебе хана. Обалдеть. Все, братанчик. Тебя загнали в угол. Что тебе делать, я не знаю. Все, тебе хана. Что с ним стало, я не знаю, ребят. Очень печально, что он потерял мать. Он остался, наверное, с ней один на один. Я думал, вода поможет от нее избавиться. Видели, она пыталась что-то тонуть. Она все равно догонит. Но если вы ее увидели, я не знаю, что вам делать. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на автора, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на Зен, подписывайтесь на Лего, чтобы вообще не потеряться. Не забывайте о целом плейлисте с этими шилками. С сербской леди там целый плейлист.
обязательно посмотрите, вам понравится. Жмите на вот эту штучку, чтобы подписаться, посмотрите вот эти видосы сверху, посмотрите вас, а снизу еще одно страшное видео в сербской ленте, которое я для вас выберу. Так если вам понравится, с вами был Кавседа, я, Райли. Здоровья, ребят, вам счастья, успехов, всего самого лучшего, берегите себя и своих близких, будьте счастливы, будьте, конечно, здоровы, увидимся в новых видео, пока.